Ну что, подходим мы к стенду Fiat. Посмотрите, вот Fiat кабриолет. Я лично не видел его еще на дорогах Америки, но 124 называется. У меня был здесь Fiat в Нью-Йорке. Была вторая машина. И очень удобно было парковаться. И мы почему еще ее брали? Она была лизовая, то есть я ее не покупал. Мы ее покупали, потому что паркинг, то есть Fiat заключил договора с манхэттенскими паркингами, и стоило всего $99. То есть, например, за Mercedes в тот момент, когда у меня был Mercedes и Fiat, я платил $450 за парковку в месяц. А Fiat 99, конечно, это большой плюс. Потом Mercedes продал, купил BMW. Так, история моих покупок здесь автомобилей. И продали, отдали, точнее, Fiat. Mercedes был в кредит. А Fiat был лиз. Мы его отдали, 2 года отъездили и взяли в кредит Audi. То есть у нас 2 автомобиля и оба кредитные, не лизовые.